вами в комиссиях, мы поддерживаем вас, мы знаем, на что вы способны, что вы хотите. Но поймите правильно, если даже сегодня в нарушении регламента повестка будет проголосована, и ваши вопросы будут проголосованы тем большинством, которое наплевательски относится к регламенту нарушений, ваше решение по вашим кандидатурам может быть опровергнуто и опротестовано в суде. Подвергать вас этому мы не имеем права. Поэтому я лично от себя, Роман Витальевич Сеник, сам скажет, мы приносим свои извинения за то, что вы в этом принимаете участие. Да, ну вот те, кто по моему профилю, это культура, есть директор театров, вы знаете, как долго мы шли к тому, если есть там директор русского театра, как долго мы шли к тому, чтобы эти вопросы пришли в нашу комиссию и мою. Но и наша фракция, она сегодня, если бы все было сделано так, как положено по регламенту, мы бы поддержали абсолютно всех руководителей, и вы бы спокойно работали. Но мы извиняемся за то, что вы вынуждены ждать. Это не из-за нас. Мы всего лишь требуем от председателя, который избран тоже среди, чуть-чуть старше нас, но такой же, как и мы, который, к сожалению, не соизволил внести все решения повинно до регламента. Для того, чтобы потом, если кто-то захочет отменить какое-то решение, чтобы не было этих проблем, мы сегодня вынуждены отстоять этот вопрос. Если сессия будет перенесена, то все вопросы наши перейдут на другую сессию, мы их опять посмотрим, опять вынесем в зал и проголосуем, чтобы вы могли спокойно. Сейчас руководитель нашей фракции находится на переговорах в Госсовете, он постарается донести и убедить еще раз. Пожалуйста, сегодня депутатам роздана новая, в 5 утра созданная повестка дня. Он готов взять 11 дней перерыва, ну там плюс на распоряжение, 10 дней. Рассмотрели через 10-11 дней, а это 19 июня, понедельник, мы готовы собраться, готовы на внеочередную. Но подвергать в том числе вас риску, что кто-то, ваш конкурент, оппонент, просто плохой человек с улицы, возьмет и обратится к вашей жизни. Извините, и журналисты тоже, извините, что вы так долго стоите.